Всем привет, с вами Дима. В этом видеоролике я решил рассказать немного о себе. Родился в городе Туапсе 5 августа 1998 года. В свое время в садик я не попал, потому что не было мест. 7 лет я пошел в школу, но в той школе проучился я всего 2 года. Потом я пошел в другую школу. Там доучился до 9 класса, сдал экзамены. Ну, в общем, ту школу я закончил 17 лет. Потом что еще я сделал? Стараюсь вести здоровый образ жизни, но не всегда получается. Любит домашних животных. У меня есть 2 собаки. Одну зовут мальчик и девочка. Девочка зовут Багира, мальчика Харли. Потом что еще? Ну я люблю... Что еще люблю? Ну люблю заниматься спортом. Как так? Иногда, конечно, не делаю, ну, в общем, так вот, что еще? Люблю компьютерные игры. Потом что еще, лень? Ага, так, что еще? Я не знаю, что сказать. Ну, иногда бегаю вокруг площадки по утрам, вечером, потом что? Хожу в кинотеатры, потом что же еще? Пытаюсь найти себе девушку, ну, как-то пока не очень получается. Потом, что же еще? Часто снимаю на свой телефон, потому что у меня нет внешней камеры, что вот я снимаю свой телефон через зеркало, чтобы меня было видно. Так. Ну, что еще? Ой, блин, я не знаю, что еще можно сказать. Так. А, ну, люблю кататься на велосипеде. Потом, что еще? Люблю ходить в лес, помогать людям. Потом, что еще? Да пока, в общем, не такого, не знаю, все сказал. Что вообще? А, я начинающий ютубер. Я в ютубе пока, ну, как недолго. Пока я еще так много чего не умею. Так что не судите строго, что я такое видео записал. Как получилось? Потом, что еще? Ну, в общем, пока ничего. Все. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Всем пока. И удачи. До новых встреч. Hello.